Воинский эшелон с десантниками гвардейского десантно-штурмового соединения прибыл на железнодорожную станцию разгрузки Чердаклы. На данный момент идет отгрузка военной техники. В ходе проведения учений десантники показали высокий уровень боевой подготовки, который был достигнут за счет проведения систематических занятий на полигонах в районе пункта постоянной дислокации. Напомним, совместные стратегические учения России, Беларуси и Запад-2021 проходили на 14 военных полигонах двух стран, а также в акватории Балтийского моря. Принимали участие военнослужащие Западного военного округа, воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Ульяновские десантники в Нижегородской области представили в действие новое легкое специальное транспортное средство огневой поддержки «Сармат-2». Автомобиль может преодолевать горные перевалы и транспортироваться по воздуху вертолетами Армении. Авиации. Легкое специальное транспортное средство «Сармат-2» предназначено для монтажа различных вооружений, перевозки личного состава в количестве 4 человек, автомобиль капотной компоновки с колесной формулы 4х4 с межколесным и межосевым дифференциалом. Всего на учениях только на полигоне Мулино в Нижегородской области было задействовано 1700 военнослужащих из Ульяновска, 40 единиц боевых машин десанта 4-го поколения БМД-4М, более 10 единиц специальных транспортных средств «Сармат-2» и более 100 вертолетов армейской авиации. Анна Тищенко, Улправда ТВ.